7. И у нас второй участник. Встречаем следующий участник — Алена Федорова. Ей 25 лет, Украина. Хоть она и маленькая, хрупкая девушка, на самом деле она очень большая и сильная личность. И Алена нас много чему может научить. Попросила оценивать ее на равных со всеми участниками. Смотрим. Всем! Привет всем! Меня зовут Алена. Мне 25 лет. Я из города Подольск, Одесской области. Я человек с ограниченными возможностями. Практически все свое время я нахожусь в лежачем положении. Вот как сейчас. И единственное, что мне помогает жить, это музыка. Это не просто слова. При моей болезни важно, чтобы легкие нормально работали. И, естественно, в этом помогает мне вокал. Сейчас я хочу продемонстрировать вам, как я пою. Спасибо за участие каналу Вадим 24/7 в конкурсе «Звезда родилась». Не відчиняй мені, не розглядай мене, крізь призми зачарований ти у сні. Не полишай мене, прокинувшись у теплій весні, я тебе боюсь. І з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прірви на краю. Запам'ятай мене, я вічно житиму під скронями твоїми мої пісні. Ти вже зненавидів, ми тонемо у вічній війні. Я тебе боюсь, і з тобою бути хоч. Ти вітай мене щоночі біля прірви на краю. Там, де сідає туман, сядь зі мною поговори. Гей, що за право ти мав так тримати мої думки в неволі? Відпускай мене, я вічно житиму під скронями твої голови. Всім спасибо, всім успіха. Ну что, ребят, мы послушали песню второго участника, ее зовут Алена, да? Девочка молодец, девочка держится. На мой взгляд, песня очень классная, так что давайте голосуем, ставим лайки, поддержим ее, как говорится, подписывайтесь на канал и пожелаем ей удачи. Пока-пока!